Название хутора Шмат означает «кусок». Не кусок, а целый фрагмент жизни великого художника Сергея Королькова прошел в доме семьи Посиделовых Корольковых. И Корольков с ними рыбалил, и на дубе всех рисовал рыбаков, и всем дарил рисованные портреты. Дуб – это такая байда, судно небольшое, куда набирали невод, сыпали невод, чтобы поймать рыбу. В этом доме будущий всемирно известный Данскую Роден провел подростковые годы. Дом описаны в книге «Исповедь хуторянка» Павлины Гомановой Борисовой и в труде профессора Смирнова Миры Королькова. О нем твердит пресса, и его фотографиями пестрит интернет. Семейный иконостас Посиделовых-Корольковых находится на втором этаже. Здесь, начиная с 1840 года, ничто не изменилось. Те же ставни, та же лепнина на потолке, но разве что добавилась картина другого художника Шишкина Утро в сосновом лесу. Покинув эти стены и берега, Корольков стал и любимым иллюстратором Михаила Шолохова, и автором горельефов на фасаде театра Горького, и лидером Ассоциации скульпторов Америки. А для племянника Королькова бесспорно одно: дом, где жил творец, нужно сделать музеем, и он ходит в суды как на работу. К примеру, последний суд, который проводился месяц назад, судья, судья мне задает вопрос, а какой номер этого подворья? Я ему говорю, товарищ судья, а ответчик кто на, на этом заседании? Ответчик кто? Глава администрации беринского сельского поселения, фамилия Шмидт. Почему он сейчас не присутствует? Почему я один несу все бремя ответа за, за эту судьбу? Ну, он мне ответил очень просто, не твое это дело, вроде как собачье. Шолохов называл художника не иначе, как «дорогой королек» и приезжал в этот дом. Есть версия, что здесь гостил прославленный скульптор и однокурсник Евгений Мучетич. Да, администрация это можно спрашивать, ответ получить сложно. Вот здесь реальное место для того, чтобы был или частный музей, который появляется. Вот появился частный музей техники, появился там бар советский, музей-кафе. Вот здесь мог быть такой музей, дача, музей, дом, Королькова. То, что Посиделовы, это все сохранили. Но главной фигурой является, безусловно, Корольков. Добрая половина домов в хуторе Шмат до революции принадлежала Посиделовым. Но Николаю Посиделову нужны не все, а этот единственный. Галина Пилипенко, Игорь Залонин, Вести Дон, хутор Шмат, Азовский район.